Автомобилист из Владивостока, отдыхая на Шамре, едва не лишился своего внедорожника. Угонщики похитили его машину и попытались спрятать ее в ближайшем лесу. Porsche Cayenne, одиноко стоящий в лесном массиве на Шамре, обнаружили сотрудники ДПС. На машине полностью отсутствовала оптика и зеркала, и было похоже, что это дело рук преступников. Проверка по базе данных показала, что машина уже несколько часов находится в угоне. Установить владельца не составило никакого труда. Полицейские сразу же обрадовали мужчину. В лесном массиве, наверное, был обнаружен ранее угнанный автомобиль Porsche Cayenne, разукомплектованный, без передней и задней оптики и боковых зеркал заднего вида. Скажите, пожалуйста, машина в угоне находится? Да, находится со вчерашнего дня в угоне. То есть здесь есть все, ориентировка, согласно ней, она находится в угоне. Владелец известен кто? Владелец известен, сейчас данная группа с ним работает, прибудет сюда на место обнаружения. Стоит отметить, что следов взлома на дверях и замке зажигания Cayenne не обнаружено, а это значит, что у преступников был ключ от машины. Вполне возможно, что незаметно его вытащили из кармана автовладельца.